Антон, поздравляю с победой. Перед матчем было очень много разговоров о поле. Мешало оно сегодня показывать свой футбол? Не знаю. Все были в одинаковых условиях, поэтому, не знаю, вышли. Ну, конечно, не идеального уровня, но при этом ровная была. Поэтому, в принципе, как показал результат, поэтому нормально, значит, можно играть и забивать. Ты забил на 11-й, ману на 15-й. Ненароком подумали, что игра уже сделана? Нет, как раз таки все, как только ману забил, все сразу же начали не то что говорить, но подсказывать друг другу то, что, мол, наоборот, надо сейчас больше концентрации, потому что 2-0 такой счет ни туда, ни сюда, по сути. Поэтому знали, что нужно еще больше добавить. В первом тайме много атаковали, во втором как-то вот меньше стало атак, стали играть на удержание? Ну, это психологический момент, я считаю, для соперника понятно, что соперник бьет 2-0, надо что-то делать, исправить ситуацию. Мы не то что расслабились, просто понимали, что сейчас пойдет натиск, навал. Но при этом знали, что будут контратаки. В принципе, у нас они и были, хорошо выбегали, просто где-то не исполнили, неправильно распоряжились моментом. Поэтому так и должно быть, в принципе, мне кажется. Вспомни свой прошлый матч здесь. Думал перед ним, что забьешь, вот получилось удаление. Перед сегодняшним матчем а ты о чем думал? Честно, настраивался на игру, понимал, что очень важно 3 очка, надо брать. Сосредоточиться на игре, знал, что будет и погодные условия, и поле не в лучшем состоянии. Поэтому только сосредоточен на игре, не думал о том, что там в прошлом году была красная карточка или еще что-то. Не знаю. Матч с Атлетико уже в этот четверг. Что ждать болельщикам? Мы будем биться. Понятно, что соперник сильный. Не знаю, в каком составе они приедут, но при этом отдадим все силы, потому что это Лига Европы. Все мечтают там поиграть, и с таким соперником мы будем играть на нашем стадионе. Конечно, хотелось бы, чтобы болельщики поддержали нас. Это самое главное, поэтому отдадим все силы.